One. Batalana Ungaka. Batura tutura tutut. Okay. Ты смотришь на меня и перебег туда. Когда ты говоришь, ты смотришь, поворачиваешься туда. Отвечаешь ты мне. То есть, ты знаешь, как бирол идет, да? Окей. Okay. 30 seconds. 15, 5, 4, 3, 2, 1. Мы будем сначала говорить по-русски, а потом будем говорить по-английски. Вы по-английски говорите? Спасибо. Значит, давайте представим нашим зрителям нашу собеседницу. Как вас зовут? Меня зовут Вера Хайрутдинова. Я из Москвы. Я впервые в Нью-Йорке представляю свою живопись. Очень приятно. Вера, что вы думаете про сегодняшнюю выставку здесь? В общем, да, я каждый день, у меня было время немножко пробежаться по рядам. Вот сегодня я досмотрела все галереи. Здесь очень много разного искусства. Как, в принципе, на разных выставках я очень много где бываю. Но здесь... Что вам понравилось? У меня есть много прям любимых стендов, да, где мне очень понравилось. Есть где-то интересные... Конкретно, кто понравился? О, допустим, африканское искусство, это скульптуры, там такие... Да, я видел, хорошо раскупают, да, покупают. Очень красивые. Ну, вот есть с комиксами тоже интересно, это действительно американское искусство. Очень много современного искусства, интерьерных. Угу. Я вижу, что у вас уже одна работа продалась, давайте покажем. Что вот эта работа уже есть в продаже. Что вы, сегодня третий день выставки. Что вы думаете, сегодня продастся? Я очень надеюсь продать максимально из своих работ. Они у меня очень красивые, интерьерные. И что такие... следующее? Вот, на что больше всего битов? На что больше всего интереса? Честно, все клиенты настолько разные. И... Uh-huh. Каждый говорит, мне это больше нравится. Ой, а мне это. Даже там в компании, когда приходят, они... Нету лидера. Ну, единственное, вот это моя... Это нравится. Название «Золотое пробуждение». Действительно, оно очень популярное. А расскажите, как вы пришли к этой идее? Ну, как все художники, сначала я занималась классической живописью. Это натюрморты, пейзажи. И у меня была потом переходная работа, называется «Притяжение с маками», где я сочетала классическое небо и где у меня уже пошли современные такие крупные цветы маки. И после этого я перешла на вот гипер такой реализм и макрос, как будто под макросъемкой я вот выписываю все детали цветов. Скажите, вы из Москвы, мы в Нью-Йорке. В чем отличается механизм продаж у нас в Нью-Йорке и у вас в Москве? В чем мы отличаемся? Ну, у меня опыт продаж здесь небольшой. Вот. Я могу... Ну, также люди подбирают под интерьеры. Так как я еще дизайнер интерьера, то в Москве я в основном продаю своим клиентам. Продаю своим клиентам уже готовые интерьеры, которые я сама делаю. Поэтому... Так в чем отличие? У нас в Нью-Йорке то же самое или отличается? Люди не покупают под интерьер. В чем отличие? Нет, здесь именно здесь тоже под интерьер. А да. В чем отличие? Это есть и во Франции, и в Англии под интерьер покупают всюду. В чем отличие? Ну, в принципе, стилистика разная, я думаю, у всех. И единственное, у нас в России еще не очень популярно украшать интерьеры картинами. И это вот только-только входит. А здесь люди, ну как бы, здесь принято украшать каждый уголок картинами. Поэтому, наверное, здесь все-таки марки такой... Какие вы техники используете продаж? Как вы находите ваших клиентов? Ну, в России это называется сарафанное радио чаще всего, да. Конечно, у меня есть сайты, страницы в соцсетях, люди знакомятся, приходят на выставках. Очень много знакомств на выставках происходит, приезжают. Плюс у меня в Москве в нескольких дорогих автосалонах стоят картины, люди присматривают сразу дорогие красивые автомобили и мои роскошные цветы. Окей, это интересная техника. Когда вы поедете домой, с какими чувствами вы думаете, вы поедете домой?
Ну, с теми, что я очень хочу вернуться. Я уже наметила выставки в Майами и в Лас-Вегасе, куда я хотела бы попасть именно с выставками картин. Вот. И очень надеюсь, что скоро вернусь. Хорошо. Спасибо. До свидания. Кат.